4 октября в торжественной обстановке в киноконцертном зале «Факел» состоялось мероприятие, посвященное Дню работника образования. В начале праздника были награждены педагоги, которые внесли особый вклад в образование подрастающего поколения. Дорогие учителя и воспитатели здесь тоже присутствуют. Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Я хотел бы вам пожелать помощи Божьей в ваших трудах. Хотел бы пожелать вам того горения, которое светит нашим детям. Тот свет, который в вас светит, они воспринимают. И говорят, что зажечь свечу можно только от горящей свечи. Если свеча не горит, то от нее нельзя зажечь огонь. И, конечно, в ваших сердцах, в ваших душах должна гореть эта свеча того света, который должен просвещать. Это как раз очень важно. Важно, чтобы дети в вас видели этот огонек, чтобы их души зажигались. Иначе быть не может. Поэтому я вот вам желаю в этот праздник этого вдохновения, чтобы вы в своем, каждый в своем предмете, в своем послушании, чтобы вы знакомили наших детей с красотой Божьего мира, чтобы вы могли донести до них всю ту гармонию, которую создал Господь, и чтобы они, увидев это, тоже загорелись. И те знания, которые получат от вас, чтобы они использовали только во благо, только на добро. Чтобы наш мир становился лучше, чтобы он украшался теми знаниями, которые вы дадите и даете нашим детям. Божьей вам помощи. Самые любимые и самые красивые педагоги, представители профессии дальнего действия, как сказал наш министр образования и просвещения Сергей Сергеевич. Я сегодня выполняю важную миссию. Я от имени нашего главы Владимира Ильича Козлова, от председателя Думы Забилинского городского округа Алексея Михайловича Рогова приветствую вас и от всей души, и с большим чувством ответственности говорю вам слова благодарности за ваш вклад в наших детей. За то, что вы вкладываете не только знания, умения и навыки, за то, что вы вкладываете в каждого нашего ребенка свою душу. Я благодарна нашему руководителю Григорию Вачагановичу, который руководит этим нашим общим таким кораблем, и мы добиваемся с вами достойных результатов. Мы сеем зерна сейчас, а пожинать будем бесспорно через год-два, но и через 10 или 20 лет. Правильно сказал отец Сергий, что только свеча, которая горит, она притягивает к себе человеческие души. Поэтому будьте наполнены сами светом, для того, чтобы этим светом делиться непосредственно с нашими детками. Ну и в завершение своего выступления, если позволите, буквально четверостишье, но я его просто безумно люблю, потому что оно близко мне. Пусть у каждого будет причал, будет дом, будет свет в окошке, будет место, где кто-то ждал, будет маленькое счастье в ладошке. Счастье у каждого свое, но я вам искренне этого желаю. С праздником, дорогие мои коллеги! Своими выступлениями праздник украсили вокальные и хореографические коллективы округа. В конце к присутствующим со словами поздравления обратился начальник отдела образования округа Мартиросян Григорий Вичиганович. И атмосфера праздника витает в атмосфере. Я вот ощущаю, как вы сегодня счастливы. Корабль образования нашего округа идет верным курсом. Мы достигли значительных успехов. Потому что мы команда единомышленников. И спасибо вам за это, то, что я ощущаю поддержку каждого из вас. И жаль, что я не могу каждый день вам сказать эти слова.
и уверен, что мы достигнем больших успехов. Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие!